Сегодня. Где кнопка Ури? А гитара у тебя не включена, или я что-то неправильно нажал? Ревера, что ли, я не знаю. Раз. Не дала ревера. Иди ищи кизлярку, я пока один посражаюсь тут. Что-нибудь просто старенькое поиграю. Внутренними бесами. Вы уж меня простите, это одна из моих любимых песен. Хорошо или плохо, но одна из... А сейчас Алексей Ипатовцев расскажет вам, что значит «Сен-Фериен» по-английски. «Сен-Фериен» — это французская фраза «Сен-Фериен». Да, это правда, правда. Да?
а Туа. Я даже знаю, что в Южной Америке есть микроскопическая рыбка, сомик кандида. Если ты заходишь в речку пописать, она заползает в семенной канальчик и съедает человека полностью изнутри. Я много чего знаю. А вы же не едите, я... Какая разница? Ну, играй свою французскую песню. Алёша споёт. Кстати, есть с собой микроскопический маракас, если кто-нибудь хочет. Come on.
Пошло, пошло, да, хорошо. Мы, кстати, если вам какая-то нужна песня конкретно, можем ее спеть. Она же плохая. Там такой текст глупый. End of the season, аккордов много. Что, Guns of Brixton? Только я третий куплет не помню. А в какой это тональность в си миноре играю? Панк-роке хор — это вещь. When they kick at your front door, how you gonna come with your hands on your head on the trigger of your gun? Это же типа исповедь. А потом вдруг... Ooh, Guns of Brixton.
Ты заметил, что вот стоит в октаву крикнуть что-нибудь вверху, и публика в восторге сразу. В октаву. Да. А давай все песни в октаву. А не сорвем голос-то. Сейчас, подожди. Я не был бы трезвый, я бы вам даже Lucy in the Sky with Diamonds спел бы второй голос верхний, но на запись. Вот, кстати, вот Ксюша, моя чудеснейшая жена, она прекрасно знает, как отвратительно звучат подпевки, когда певец их записывает в наушниках, когда музыки не слышно. Она не даст соврать. По-русски не катит уже, да? Просто историю можно рассказать. Я вспоминал свою старую песню на днях. Хоть убей, не могу вспомнить третий куплет. Пошел к Афонину за гитарой. Приперся тамик, уже это, налитый. Афонин сказал, наверное, надо табло дому повесить, то непонятно, сколько у нее внутри налито. И она говорит, я пришла специально, я хотела песню послушать. Я говорю, я слова не помню. И она мне напомнила третий куплет. Может, так как история интересная, можно попробовать все-таки. Ну, там тоже высоко можно петь, правда? Вы не обломаетесь. 120 ударов в секунду. Ну, потерпите чуть-чуть. Буквально 3 минуты 10 секунд. Одним глазком золотое дерево, а лучше
чудеса. Вот это хорошо было. Английский это хорошо, но мы же с вами носители русской культуры все-таки, или хотя бы бескультурья. Вот Афонин, когда у них роман начинался с женой, он сидел, пил с ней, вдруг говорит, ну-ка быстро три цитаты из «Войны и мира». Да. А ты говорит о том, что Афонин носитель русской культуры. Ну, о чем еще? Что, Наталья, ты хотела спеть песню про какого-то дедушку, который что-то шьет? Потом? Цитату из «Войны мира». Сережа. Нет, это не оттуда. Давай что-нибудь душевное. Давай. А ты знаешь душевное что-нибудь? Могу новую песню спеть, но по-английски. Только не перепутай аккорды, не опозори меня, пожалуйста. Ля минор. Аккордов мало, сразу понятно, что играть. Я думаю, это у меня.
Что-то я хотел хорошее сыграть, что-то знаю, забыл. Я хотел сыграть то, что легко играть. Thank you.
Хорошо, так выложился. Ты знаешь про дедушку, который шьет? Ген? Лишняя мексиканская хромосома. Меняемся, что ли? Да. А, давай. Вот сейчас вы смеху-то не оберетесь. Тональность. Акустичку. Очки-то надену. Очки надевай. Мы решили, что раз собрались в монстре. Зу-зу-зу. Thank you.
a grand dead light about the good old days. Good old days never existed, your grand dead light. Спасибо. Нам в терцию можем спеть потом. Очень классный маракас. Ну что, еще песня? Да? Шанс, господи. Смотри, твоя любимая си нота. Ну давай, там с твоего соло начинается. Нажимай все кнопки. Да, давай. Спасибочки.
Так я одну только хорошо помню. Сунни автоном. Как? Но у Ритон там сложно не фальшивить. Давай ты споешь. Секунду. Давайте у нас будет коллективное творчество, вместе будем спеть. Русский. Русский надо, но тут англофилов.
я... А ты помнишь? Эта песня имеет огромный успех у парней в клубе. Я в этом не сомневался, сэр. А там, а ты знаешь, там очень легко налажается, там очень тяжело. Санчо обосрется, там столько аккордов. Ее кроме тебя никто не знает. Я сейчас пою. Там в первую-то ноту хрен попадешь.
задал задачку, я голос на ней сорвал. Эту песню нельзя петь недушевно. Нельзя. Это же пародия на... Ну что же вы издеваетесь? Это эпические, местечковые английские песни, в которых я не помню ни текста, ни аккордов. Правда, я не помню. Отпустите меня, мне кажется, уж 300-то рублей я отработал. Финский нож, собачья смерть. Или что? А вот смотри, вот такую как бы псевдослабинку даешь, чтобы зал взял на себя инициативу, и они теряются сразу. Давайте я расскажу вам о природе творчества. Не надо. Нет. Доложите обстановку. Это учебная тревога, имитация войны. Спутники Петя и Миша находятся на околоземной орбите. Коды доступа к золотому глазу и коды доступа к спутнику Петя. Засекаю время. Смазали бы кодек. Да что вы хотите-то, скажите мне. Так я же пародию на него делаю это. Ну давай, отпустите потом.
достали вы с этим. It's a... Спасибо за внимание. Мы вам отдали всю энергию, какая была. Выдохлись уже. Так связки-то не резиновые ж. Вот классная у меня жена, ты, конечно. Так уж яма алкогольная, вам надо зажигалки зажечь. И мы только аккорды будем играть, а вы... Нет, 21 век, никто не курит. Костер нечем развести в лесу. Передача с Владимиром Высоцким, советская. Он... Нет, 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 я совсем не ту песню пою. Надо заново. Широко да глубоко яма алкогольная, ой, да выбился из сил, да девушка все недовольная. Расскажи мне, дятел, сколько мне осталось ждать, сколько мне осталось жить до горева. Все живешь, гуляешь, под ноги не смотришь, ничего не знаешь, да ничего, ничего не помнишь. Срань Господня, да что ж тут говорить, да не всякая девушка.
будто мы уже вдаль улетаем на звездолете, и музыка затихает в космосе. Ксюш, я боюсь, у меня горло болит, я могу совсем голос сорвать. Правда, ребят, правда, простите, я... Но у меня есть для вас подарок. У меня есть финальная песня прямо в телефоне. Я вам сейчас ее поставлю. Нет, у меня глобальные песни. Вы даже должны все встать. Прибавь микрофон-то. Я знаю, что шучу. Но надо до конца стоять-то. Шутим. Ну вы хоть встали бы, что ли, я не знаю. Это руку к груди. Просто вы должны понимать, что если что-то у нас не получалось, люди, которые хуже нас поют в мире. Это хит, конечно. Там текст быстро закончится уже, не волнуйтесь. Я обязан до конца доиграть. Land of the Free. Все. Спасибо за внимание. Это был такой понт. Это примерно как Алеша Рахов своих девочек из театра там на театральное выступление репетирует. Должны какие-то понты, которые хорошо только смотрятся в видеоклипах, а в зале так себе. Ну ладно, спасибо, что пришли. Давайте с вами продолжим общение в нашем летнем кафе. Давайте. Спасибо. Может, мы и несовершенны, но мы старались, потому что we love you. Sometimes we do.